дипломами победителей награждаются. Школа номер один. Давыдов Глеб. Школа номер один. Косинец Кирилл. Хлуднева Анастасия. Школа номер два. Агапов Николай. Сергей Волков-Самойлов. Галкина Елизавета. Гаев Артем. Ермакова Вероника. Литвинов Петр. Гимназия номер три. Мамудов Эрнест. Мариевская Диана. Школа номер пять. Мигачев Арсений. Синтюрихина Софья. Гимназия номер шесть. Кондратьев Даниил. Дипломами победителей награждаются. Школа номер один. Гаврилова Полина. Ганина Татьяна. Школа номер два. Агрыслова Влада. Гимназия номер шесть. Богачева Анна. Татаринова Валерия. Карпова Арина. Иванова Арина. Москаленко Анастасия. Школа номер восемь. Петросян Элиза. Иванов Сергей. Thank you.
5. Карпова Полина. Иванушкина Кристина. Гимназия номер 6. Никитин Егор. Васюшкин Арсений.
специальным призом награждается ученица гимназии номер 3 Овсянникова Анастасия. Она является победителем муниципального конкурса исследовательских работ в социальной и гуманитарной секциях, победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, литературе, обществознанию, праву и призер регионального и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, проходившей в городе Смоленске в апреле 2016 года. Муругова Владислава, школа номер 1. Секриеру Анастасия, школа номер 2. Боброва Екатерина, гимназия номер 3. Ермущик Алексей, школа номер 5. Абройскина Виктория, гимназия номер 6. Сапрыкина Екатерина, школа номер 7. Иванов Сергей, школа номер 8. Наконец наступил долгожданный торжественный момент, когда все мы узнаем имя победителя конкурса «Ученик года 2016». Волнуетесь? Правильно. Слава Богу, что это еще не ЕГЭ. Итак, учеником года является Абройскина Виктория, гимнастика.